Підприємці ринку Барабашово, а саме ті, які працюють на майданчику Перехрестя, ініціювали зустріч з міським головою, аби обговорити ситуацію на ринку. Щоправда, за півгодини до її початку під стінами міськради зібралась ще одна група з відеокамерами. Вони називають себе захисниками ринку. Біля дверей зали, де і має відбутись зустріч, розпочинаються словесні баталії. Двері беруть в очеплення. Ходять то туди, то сюди, до співробітників муніципалітету застосовують силу. Хоча їм наголошують, впустять всіх у назначений час. Обурені все це голосно коментують на камери, але прохання зайти відкидають. Я приглашаю ініціативну групу. Пожалуйста, предпринимателі, можете заходити. Ми вже ваше мнение вислухали. Ви будете заходити в зал? Да. Будете? Ні, не будемо. Да. Там не о чем говорить, ми знаємо. Заспокоївшись, все ж приєднуються до зустрічі представники муніципалітету на чолі з міським головою Геннадієм Кернесом та підприємців. Я би не хотів, щоб частина предпринимателів, які зараз знаходяться тут, які ведуть себе агресивно, за то, что их сюда специально направили, потому что мне письмо написали одни предприниматели, а под стены горсовета пришли противники, то есть защитники концерна АВЭК и компании. Я хотел бы, чтобы вы не показывали свою агрессивность, хотя бы в стенах Харьковского горсовета вы можете показывать свою агрессивность, там в кабинетах концерна АВЭК, що вас обманують і так далі. Що у вас не вийде зупинити бажання і підприємців, і міських властей совмісно навести порядок в цьому процесі на території, яка знаходиться рядом з метро Барабашова, і обов'язати, і заставити виконати всі умови, концерна ви, який він брав на себе. Ті підприємці, які і скликали зустріч з представниками міста, озвучують меру, наболіли. Підкреслюють, на майданчику Перехрестя, територія якого є власністю громади Харкова, почали відбуватись дивні речі. Ми хочемо знати о перспективах іменно нашої площадки і о перспективах наших торгових об'єктів, которые мы строили за свои деньги и которые находятся на данном земельном участке. Нас также очень беспокоит то, что концерн АВЭК в лице администрации, проиграв суд по расторжению договора аренды этого земельного участка, вольно трактует решение этого суда и пытается снести объекты предпринимателей. На сегодняшний день, на сегодняшний час нет ни одной инициативы со стороны города с точки зрения применения активных действий по сносу каких-либо строений. Всем понятно? Все, что происходит сейчас под видом, что это требование города для того, чтобы настроить предпринимателей против города, все это делает сторона, которая думает, как обхитрить город и предпринимателей для того, чтобы оставить себе лакомые кусочки земли, на которых стоят незаконные постройки. Більше того, каже Геннадій Кернес, місто зараз працює над проектом створення міського комунального ринку. Це для того, аби підприємці могли працювати, по-перше, згідно законодавства, а по-друге, щоб кожен бізнесмен відчував себе в безпеці. Город создав нове комунальне підприємство «Ринок», відвів землю под это предприятие. Там будут построены рабочие места для предпринимателей в первую очередь, которые попадают под строительство дороги. И все желающие, которые хотят, мы будем сотрудничать, потому что мы обязаны создать вам надлежащие условия
работы, а не такие условия, как у вас сейчас в отношениях с вашими работодателями, которые три шкуры с вас снимают, ничего у них не оформлено, они у вас за это берут деньги, а деньги в город не платят, бюджету не доплачивают городскому за аренду земли. Также они самозахватом делают самострои, потом землю городскую закладывают в банки, получают кредиты. Мы сообщили уже банкам, в которых находится наша земля города Харькова, якобы в залоге, что все суды проиграны и земля вернулась в запасы города. І земля буде передана для предпринимателей. Щодо питання нової дороги, яка повинна з'єднати Салтівку з центром, то вкотре, зауважив Геннадій Кенес, магістраль буде і буде зведена найближчим часом. Проведен перший тендер, перша частина дороги, і в ближайшій неділі победитель даного тендера должен вийти на начало строительства дороги. Также будет меняться новая теплотрасса с учетом строительства моста нового, метромоста и так дальше. Поэтому деньги у города на начало работ есть, на продолжение работы есть. Поэтому будем работать и смотреть, як преображається наш город в лучшу сторону. Та група підприємців, які перетворили робочу бесіду на балаган, чути ні місто, ні своїх колег не схотіли. В результаті зустріч перетворилась на суперечку, що і спровокувала зрив діалогу підприємців з муніципалітетом. Питання щодо безпеки, пожеж та інцидентів, що мають місце на ринку, люди так і не встигли озвучити. Хто жжет магазини предпринимателей? У нас в очередной раз сгорел магазин. Сгорел магазин «Недаля». Вот, то есть на этого человека почему-то за последний год очень много что... Ну, спустилась, так сказать. То есть у него был поджог под квартирой, шахту лифта поджигали. У него сгорела в прошлом году в январе машина, подпалили прямо под домом. Вот. И сейчас у него сгорел магазин. То есть мы хотим уже безопасности. Мы хотим, чтобы на работу ходить, и нам было не страшно. Сейчас Барабашова превратился непонятно во что, потому что следственные действия не производятся или производятся вяло, вот, и мы не знаем, что ждать дальше. Я предприниматель ТЦ «Барабашова Перекресток», работаю на нем уже больше 10 лет, и хотела сказать, что вот эта вот банда Фельдмана, как всегда, все рушит, все уничтожает, вот как и встречу нашу уничтожила просто. Вот у меня магазин, который находится на коротком ряде, где сносятся магазины. У меня стенка с несли рядом магазин, просто незаконно. Мы за него заплатили деньги, большие деньги, огромные. Кто снес? Снес концерн АВЭК. Они нас запугивают всех. Говорят, что так как проиграл этот суд, то они взяли деньги, а теперь все должны снести. Товар у нас весь без охраны, без ничего. Сжигаются магазины. Все это банда АВЕКа, которая уничтожает наш бизнес. Леся Гопилюк, Ілля Колтунов, Віктор Ноздрачов та Олександр Іванов. Харківські «Известия».